Ребята, всем привет! На связи Игорь из Ультравыхлоп. И сегодня мы делаем эту блестящую, красивую, новейшую Audi Q5 FY. Рестайлинг 2021 год. Абсолютно небольшой пробег, но уже клиент хочет порадовать себя красивым, сочным, классным звуком. Какие же работы мы здесь сегодня сделали? Здесь полностью вторая часть трассы идет на аргоне. Здесь мы подбирали звук, поставили двухрежимную банку, поставили резонатор Гельмгольца, сделали раздвоение и установили насадки. Да, пластик, который на S-Line, он очень просто срезается, выпиливается, и вместо него уже не какие-то декоративные накладки, которые абсолютно никакого толка не несут на автомобиле, а настоящие насадки из нержавеющей стали. Здесь мы предусмотрели, для того чтобы не было сильного гула на автомобиле, специальный резонатор конструкции, который позволяет снизить вибрации и гул в салоне. Здесь два режима. С пульта все управляется, никакие штатные системы не затронуты. И самая важная вишенка – это то, что полностью вся часть сварена среди аргона. Ручная, творческая, очень сложная, но вместе с тем качественно выполненная работа, которую мы презентуем вам с удовольствием. Если владелец приезжает и говорит сделать топово, мы это можем, мы это делаем. На связи Игорь из Ультравыхлоп. Смотрим контент, слушаем звук, подписываемся на канал и желаем всем мирного неба над головой. Погнали!